Хронику чрезвычайных событий минувшей ночи открывает дорожное происшествие, которое произошло в Краснофлотском районе. На улице Руднева под колеса иномарки попал первоклассник. С места событий ребенка увезли в больницу уже через 15 минут. По словам врачей, травм, которые бы угрожали жизни мальчика, у него не обнаружили. В стационар школьника доставили с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Благоприятный, насколько это возможно, исход событий получился из-за соблюдения водителям правил дорожного 29-летняя хабаровчанка, которая управляла Ниссаном Мурана, не стала пренебрегать дорожными знаками. Скоростной режим на этом участке ограничен до 40 км в час. Стрелка на спидометре дорогой иномарки этого значения не превышала. Девушка хоть и не успела полностью затормозить, поскольку ребенок выскочил на дорогу слишком неожиданно, но, по крайней мере, смогла значительно сбавить темп движения. Тяжелый автомобиль фактически не ударил в школьника, а как бы слегка толкнул его. На проезжую часть мальчик выбежал в семи метрах от пешеходного перехода автолюбительница клянется, что не увидела ребенка из-за машины, которая следовала по первому ряду. Похоже, что по этой же причине и пешеход не увидел приближающуюся опасность. Минувшей ночью сотрудники полиции посетили несколько торговых точек в надежде выявить нарушения в области продажи алкогольной продукции. Претензии у проверяющих возникли к продавцам двух из них. Первое нарушение было зарегистрировано в магазине на улице Бойко Павлова. Рейд проводился при помощи общественной организации за здоровый образ жизни. Ее представители за несколько дней до официальных мероприятий практическим путем выявляют потенциальных нарушителей, составляют списки адресов, которые необходимо посетить оперативникам, а после участников участвуют в контрольных закупках. В этом магазине продавец после 23 часов продала алкогольный коктейль. Следующая торговая точка, где было выявлено нарушение закона, находится в поселке Тополево. Внимание сыщиков привлек круглосуточный киоск на автобусной остановке. Здесь покупатель без проблем смог приобрести полуторалитровую бутылку пива. Примечательно, что в обоих случаях продавцы совершили одинаковые противоправные действия, но вот наказание для владельцев этих торговых точек будет разным. Точнее, разной будет сумма штрафа. Дело в том, что для коммерческих Коммерсантов, которые зарегистрированы как общество с ограниченной ответственностью, законом предусмотрен штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей, а для предпринимателей с формой ИП от 5 до 10 тысяч рублей. Таким образом, в данном случае владелец продуктового киоска отделается меньшими финансовыми потерями.